Итак, все дружненько куда-то одеваются. И куда же вы одеваетесь, а? На участок. На какой еще участок? Наш участок. Мы идем таскать деревья. Да. Вот как? Вот это ничего себе у вас такое занятие предстоит. Наш новый участок. Ну ладно, давайте. Мама. Тогда готовьтесь, будем ходить уже. Народ, молодцы, ребята. Привет. Привет, Лидочка. Привет. Это будет мой первый день работы на участке. О, когда ты что? Я там никогда еще не таскала палки. Вот сегодня надо будет немножко. Угу. Да, хорошо, молодцы, ребята. Привет, народ! Привет! Куда вы собрались? Участок! Настроение хорошее? Да! У Дены что-то там слеза течет по щеке. Кто ее обидел? Никто? Комар прилетел, да? Укусил тебя, наверное. Поцеловал, наверное, в нос. Нет? Ну хорошо, ладно, поехали, ребят. Вот мы приехали, деточки. Готовы к труду? Хорошо, молодцы. Силы у вас много? Да! Что-то как-то слабенько сказали. Как-то слабо, да, да. Где сила? Дженнифер, где твоя сила? Нет. Что вы там выбираете? Перчатки. Только всех обратно перчатки. Кладите перчатки. Бумажки в пакет. Спасибо. Вова, мы с тобой твинс. Yeah. Favorite color. У тебя, Дженни, тоже перчатки. Ой-ой-ой. These are weird. Специальные, чтобы эти иголки не проходили через... Угу. Тебе нравится? Ну вперед, заработай. Should we do it? Let's do this. Дженнифер, покажи, какие у тебя перчатки. О, какие большие. Да? Покажи маме. Ого, какая большая перчатка. Для больших палок, да? А там еще есть? Спроси у Вики. Боже, перчатки. Там два дерева вытащите. На. Сзади них не ходи, а то оно может стрельнуть в лицо. Мама, I'm holding a tree. Ну подожди, я пройду. Такие все силачи, смотри, как идут. Смотрите на себе всяких жучков, чтобы там не были клещи. Девочки старшие увидели, что я их заметила, сразу же разбежались. Ну, иногда можно и поиграть, и побаловаться, и поработать, всему свое время. Вот очень много сухих деревьев, которые нужно перепилить, и чтобы они не валялись там в лесу, потому что мы хотим все очистить и сделать место хорошее для поляны, чтобы потом сделать костровище и место такое для отдыха, место, где можно посидеть, на реку посмотреть и просто даже побыть там в лесу. Вот детки тут работают, ветки, может быть, кажется, что они такие громадные, но они в основном все легкие, потому что все сухие. Давай, вот, все, уже делается. 1, 2, 3. Вот и фотографии заодно можно сделать. Вот, конечно, Леша самая тяжелая работа, и пилить, и валить эти толстые деревья.
проекты, большие, маленькие, все при работе. О, Вова что-то тут рубит. Вов, только ноги осторожно, никому не... Молодец, Вова. Вот, те, вот сучки вот эти. Осторожно. О, вон тут, Вов, видишь, вон те большие, они все за них запинаются. Вот это Вова молодец. Иди к маме. Дженни, pick all of these up. See these cute things? These cute Кейти, things. Скорее берите палочки. Рубит тоже там какой-то пень. Посильнее его хрякай. Как будто зуб вырывать надо. Я гитру. Ей, Вика! Молодец, good job. Hello. Это большие бревна для... What? No! Червяк. Собрива. Для костра. Ты будешь копать? Молодец. Пойдем с мамой. Все работники тут, все работают. Молодцы. Ты тоже работаешь? Да. Молодец. Вон какую большую кучу уже тут сделали. Потом мы эту всю кучу переработаем на опилки. И опилки будем использовать на нашем огороде. Вот кто палочки таскает, кто там что-то копает. Дженнифер вон копает там. У Кэти всегда... Это Ангелина. Ангелина тоже какая-то собака. Молодец. Ага, молодец, говорю. Молодцы. Дженнифер, иди сюда, мама тебе что-то покажет. Иди сюда. Вика. Дженни, иди сюда. Возьми свою лопатку. Иди сюда. Now I can. Иди сюда к маме. Пойдем с мамой, я тебе покажу, где работают. Нет, подожди. Пойдем с мамой, Дженнифер, иди сюда, усами. Так, Неля пеньками теперь занялась. Осторожно, по ноге себе не сделай. Дженни, пойдем сюда. Дженнифер надо чем-то отвлечь. Она хочет что-то делать и мешается на дороге. Дженнифер, иди сюда. Как она идет, побольше по телекамерам. Так. Молодец, Алена сильная. Ого, Алена. Привет. Привет. Ты такие большие сучки таскаешь все время.
Да. Молодец. Но они сухие, поэтому они не очень. А они не тяжелые? Нет. Вов, а ты что делаешь? Тоже таскаешь сучки? А это что такое? Смотри. Какая-то железка какая-то. Что это такое? Я не знаю. Какая-то похожа на плуг, который землю копает. Смотри. За моей тени тут не видно. Сейчас я с другой стороны сниму. Я думаю, это плуг, которым землю копать. Weird. Is that in the olden days? Yeah. Я думаю, что это плуг. What's it doing here? That's neat. Который к лошади привязывать, знаешь, который копает землю. What's it doing here? It's in the ground, so it's obviously been here for a long time. Кто-то здесь ее посадил, чтобы оно подросло. Like a 100 years ago. Пап, смотри! Зая, это плуг или что это? Лохонушка что какая-то, да. Смотри, у нее там и копалки, и крутилки, и для что там. Для сельскохозяйственного что-то, я не знаю, что. На плуг похоже. Лошадь еще только сюда осталась. Ну да, оно тут, наверное, стояло уже много-много лет. Это дерево, наверное. Да? Cool! Такое. Надо его оставить и потом в античный магазин продать. Вот это Джанел. Она работает. Что ты делаешь, Джанел? Подгребаю листья, да? Вон уже какую кучку тут нагребла. Молодец. Потом все это дерево перепилить. А вот там дальше идет очень большая ширина. Не знаю, надо будет другое лезвие покупать, наверное, которое длиннее. Или с двух сторон потихоньку. Потому что это рухнуло огромное дерево, оно давно еще. Оно уже немножко прогнило. Вот. Так что так, оно прямо посередине у нас лежит и мешается. То, что мешается, это нехорошо. Ты молодец, хорошо тут пилишь. Спасибо. Жена. Пожалуйста. Хорошо тут пилишь. Ну да, это дерево, наверное, уже здесь лежит лет 20. Ну, наверное, да. Оно уже прогнило во многих местах вообще. Уже ну, вот на нем выросло что-то там под ним, за ним. Да, да, это надо весь кустарник вырубать, потому что там такой кустарник сплошной. Ладно, маленькая. Да, но здесь красиво, мне нравится. Особенно вода. Да? На такой природе и... Работается хорошо и отдыхается хорошо. Спасибо, что смотрели это видео. Продолжайте смотреть за нашими следующими видео, как мы будем дальше чистить лес, убирать и приводить все в порядок. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь и приходите к нам еще. Пока!